Короче, тебе нужно найти сокровище где-то здесь внутри. Ага, сокровище. А! Привет, это я, Владус Мармеладус, и Кубик, ты чего? И сегодня я буду вам показывать фокусы! А первый фокус будет поставить лайкосик. Ого, все, отличный фокус. Кубик, я тебе тоже ставлю лайк за него. А еще подписаться на канал. Прямо сейчас, ребята, подписывайтесь на канал, ведь мы сегодня делаем крутые ловушки вместе с Кубиком. За 10 секунд, за 1 минуту и за 5 минут. Ну что, ребята, готовы? Кубик, я могу помочь себе пойти на свою арену. Я уже сам буду. До свидания. Ребята, не забываем, что вы можете поиграть в реальную Россию на проекте NextRP. Ведь тут, когда только-только появляешься, выбираешь себе персонажа, город и даже делаешь себе паспорт. Все как в настоящей России. И теперь представьте себе, вот на секундочку, через телефон в игре можно менять графику. Вау! Можно проходить квесты и многое-многое другое. Но самое интересное я расскажу именно сейчас. Ведь тут вышло офигенское обновление, полностью переделана карта, она теперь просто конфетка. Добавили новые тачки, танцы и ой-ой-ой, просто много всего. Ребята, у кого уже установлен NextRP, прямо сейчас обновите его, не пожалеете, зайдите и просто зацените обнову. Я, как вы уже заметили, прикупил себе новую сочную красную машину, прям под цвет моей кофточки. А у кого нет еще NextRP, ну ребята, я вас вообще не понимаю. Прямо сейчас скачайте ее по ссылке в описании под этим видео, кликайте туда, она должна быть в компьютере у каждого моего подписчика. Так что залетайте в игру прямо сейчас, я играю на сервере Приморский. И не забываем вводить мой промокод. Вот он. А чтобы его ввести, нажимаете F4, вкладка рефералы, и вводите вот сюда. Ну что, ребята, первая ловушка будет за 10 секунд. Кубик готов. Время пошло. Погнали. Раз, два, три. Есть. Все, так, все, все, раз, все, все. Два, быстренько, три, быстренько, три, быстренько. Три, успеваем, три, успеваем. Три, не знаю, успели. Есть, я успел сделать. Построить. Я, в принципе, игра, тоже. Тебе. У меня достаточно. Все круто, все хорошо. Так, время вышло, Кубик. Давай-ка смотреть. Давай, сначала. Беги сюда быстрее. Давай уже лечу. Посмотрим сначала ловушку Кубика, я а потом... Устал, я уже даже поспать. Ты еще раз успел. Ага, поспать. О, это для меня, да? Один блок, наверное, да, взрывной. Стой, 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 подожди, стой. Давай. Смотри, тебе нужно выбрать тот самый блок, который сломается всего лишь в один клик. Так, никакой. В смысле никакой? Не-не-не, ты на всякий случай проверь. Ну как я тебе проверю? О, ах ты! Я что, сразу угадал? Ну, получается, что да, ладно, ну все, покажи. Нифига себе, жесть, прям сразу на мину наткнулся. Ну ладно, пойдем, Кубик, но у меня немножечко тебе такое, в общем, предложение. Выключи геймод. Подписчики попросили. Не, я не буду уже выключать. Не-не-не, Кубик, стой, 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 стой. Геймод, прямо сейчас это испытание надо проходить точно, прям 100%. Да я опять умру, у меня опять все, ладно, погнали. Давай, давай, давай. Короче, тебе нужно найти сокровище где-то здесь внутри. Ага, сокровище. А! Еще один! Постой, он узнал как от меня! В смысле, сокровище-то найди, Кубик, ты чего? Я уже даже вспотел! А еще один, что ли? Ты тебя останешь нафиг! А почему они меня даже не убивают? Вот такая, Кубик, у меня простенькая ловушка. Нет здесь никакого сокровища. Ну что, погнали делать ловушку за 1 минуту. Ну что, Кубик, сейчас у нас ловушка за 1 минуту. Раз, два, три. Все, погнали, время пошло, надеюсь, я успею. Короче, Кубик, ты офигеешь от того, что я тебе построю. Так ты мне тогда сразу скажи просто, чтобы я не офигел. Ага, сейчас, конечно, сейчас я тебе все так взял и рассказал. Ну ты чего, Кубик, так не делается, так вообще не делается. Да что ж ты будешь делать? Так, быстрее, 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 ребята, успеваем, мы должны это сделать. Так, так, короче, сначала сделаем обычный, потом добавим изюминку. Ой, а изюминка такая будет сочная вообще, Кубик, ты просто офигеешь. В смысле, может, ты мне все-таки расскажешь, потому что я сейчас... Не-не-не-не-не-не, ты чего? Слушай, я прям 100% успеваю, я прям на 90%. 9,9%. Сколько времени осталось? В этом уверен. А, времени осталось 19 секунд. Нифига себе, так. Ёлки-палки, я походу реально успею, что ли? Серьезно? Теперь так, делаем вот что. Раз, два, три, четыре, шесть, пять. Ты что, Лазус, унесешь, что ли? Шесть. Все, 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 я все сделал. Отлично, у меня полностью все готово. Подожди, Лазус, меня, пожалуйста. И одна секунда, время вышло, прям ровненько. А, ты еще время не выходило, что ли? Кубик, все, бежим смотреть твою ловушечку. Успел? Ну, давай, признавайся. Ау, Кубик, я уже около тебя, давай быстрее. Давай, беги сюда скорее, короче. Надеюсь, ты успел. Давай, рассказывай. Да, да, я все успел сделать. Смотри, видишь, там три блока стоят. Короче, ты должен выбрать один из них, правильный блок. Чтобы выжить? Ну не знаю, вот короче, ну не изи, вот так здесь просто изи, не знаю. Давай, ох ты! Оп.
Нифига ты, алло, ты чё меня затроллил? Это... Нормально придумал? Слушай, неожиданно, я думал опять что-то взорвется, но нет. Ничего подобного. Ребята, оцените прямо сейчас ловушку кубика в комментарии. Пока мы идем до моей ловушки, а мы уже прям очень-очень близко. Кубик, короче, у меня для тебя... Слушай, что здесь надо делать? Смотри, не совсем ловушка, для тебя квест. Короче, найди рычаг. А потом тебе предстоит выбрать правильную дверь. Но сначала все-таки найди рычаг, постарайся. Подожди, здесь не взорваться. Эй, блин! Ну, ты как-то сразу наткнулся правильно. Да подожди, я же мог просто на него наступить, на эту печку, и все. С какого снега ты точно забыл? Ну, ты так и так попался. Все, вот такой вот у меня квест. Короче, давай делаем ловушку за 5 минут. Ну все, ребята, самая четенькая ловушка будет сейчас. За 5 минут. Раз, два, три. Время пошло. Все, погнали, кубик. Мы должны с тобой успеть. Да, это будет очень жестко. Строю потихонечку, все будет очевидно. Кубик, мне кажется, проиграет сегодня. Это 100%. Я прям ставлю на это. Мне, честно говоря, кажется, что я тебя победил. Ага, в чем? В том, что у тебя ловушка будет лучше. Нет, у меня ловушки всегда самые топовые. Самые просто топовые. Пушки просто. У меня пушка-гонка, пушка-ловушка, понимаешь? Да, ну я так и понял. Все, готово. Основа уже есть. Это хорошо. А ты думал? Ну, ты чё? Такая лубасовская. Чё ты сказал нафиг? А? А? Что ты говоришь? Алло, Кубик, не слышу тебя, раз-раз, я тебя тоже не слышу, поэтому я сейчас просто построю ловушку и все. Все, у меня все подключено. Да? Короче, ребята, ну это сразу понятно, топчик будет. Я не знаю, Кубик сразу, Кубик вообще офигеет. Что с вами случится? Нифига со мной не будет, потому что я тебя возьму и победю сам, понял меня? Конечно, конечно, не будет, Кубик, конечно. Еще как будет, Кубик. Ты офигеешь от того, что с тобой произойдет. Так, короче, нужно меньше слов, больше дела, так сказать, потому что что-то я... Ну так давай, делай. У меня, мне кажется, ловушка будет вообще капец какая короткая. Я, наверное, сейчас за минуту уже сделаю. А у меня просто... В смысле, как за минуту? Вообще-то 5 минут нам дается. Надо делать просто топ. Ай, блин, я ну вас, я не сделал. Чё, взорвал, да, ловушку свою? Я её взорвал, блин, я дурак. Отлично, ну все, слушай. Ты же можешь 5 таких ловушек сделать. Ты же сказал, что за минуту успеешь. Вот успевай. Так я не знаю, мне кажется, что сейчас еще надо делать здесь все. Ёлки-палки. Да. Как ты хотел. Вот и все. Блин, нафига это говорил. Делай быстренько. Ребята, это просто топчик. Так, раз, сразу два подключаем. Кубик, чё, как там сделал, нет? Чё, как? Вообще все плохо. Потому что, блин, как я так мог... Смотрите, а? Смотрите, как классно получается. Так, короче, не будем все вручную делать. Возьмем топорик, значит, да? Ребята. Так почему? Делай все вручную. Ага, сейчас, делать? Конечно, я что, ты? Давай, я не хочу ничего фейлить. Раз, 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 так быстренько. Почему? Раз, можно и прописываем команду. Ничего прочего, я не буду. Ой, прям сочная, жаркая ловушка получается. Чего, ну как вообще успехи? А ты лично, Кубик, просто суперский. Я даже, блин, ага, что-то не подумал. Ну ладно, давайте тогда сделаем вот так, смотри. То, что я, короче, все еще заделаю свою ловушку, которую я зафейлил, блин. Жесть, Кубик, а знаешь, сколько остается? 2 минуты 38 секунд. Жесть. Серьезно, так мало времени, блин, я попадаю. Да. Ну смотри, ты сказал, что... Смотри, Кубик, ты сказал, что успеешь ее сделать за минуту. Пожалуйста, Оля, давай. Просто я тебе сказал, что я ее очень долго заделывал. Да? Да. Слушай, блин, я даже не знаю. Я бы сделал тебе... Я, наверное, еще даже успею сделать. Вот это я придумал. Не скажу. Я думаю, еще одну ловушку сделать. Можно сказать, я буду не против вас. Давай, говори просто и все. Не. Так, короче, сейчас посмотрим, как получается. Если что, прям в прямом эфире я просто делаю еще одну топовую ловушку. Вот просто, так. В смысле, ты что, хочешь там двойную ловушку, что ли, сделать? Ты офигел? Ну да, немножечко так. Давай вот без таких приколёв, пожалуйста. А, я так тут, блин, косячу так как... Я бы тебе все объяснил, но, пожалуй, дело не буду, потому что ты все спалишь у меня и нет. Ты все обо всем догадаешься, так. Так что такого, я просто догадаюсь, так я же ничего не делаю с этим. Вот это будет интересно, ребята, а вот это уже что-то интересное. Так, я думаю, успею. Да, я успею, ребята, все, давайте делаем. Так, а вот я не знаю, успею я или нет, блин, как... Да должен, Кубик, должен, что ты не успеешь? Да, я тоже думаю, что все-таки должен, но, блин, я немного в этом не уверен. Так, короче, так немного кривато получится, потому что я немного запелился здесь. 9, быстренько делаем, ребята, это вообще топ будет, просто топ-топовский. Так, что я хотел сделать, я даже забыл, блин, давай, если у меня будут топовые ловушки, то, я не знаю, ты мне 10 тысяч лайков под видео ставишь. Давай, я думаю, что нет. Лучше зрители поставят. Ну, зрители-то и так поставят. Они и так думают, что у меня топовые ловушки будут. Они знают это. Так, минута остается, ребята, я должен успеть
ведь знаете, что я не предусмотрел пока что. Я не знаю, получится третья ловушка или нет. Короче, мы сделаем все наобум, потому что уже времени очень сильно мало, понимаете, ребята? Блин, капец, как так можно было сделать? Так, можно было сделать, конечно, топориком, но я думаю, что и так я справлюсь. Все и так хорошо у меня получилось. А вот у меня, честно говоря, не очень, я тебе так скажу. Ну, бывает, Кубик, жалко тебя, жалко. Нет! В смысле нет? Это офигел, в смысле, а в прямом смысле нет. Так, быстренько здесь убираем, быстренько все здесь ставим хорошечно. Так, мне бы лава-то как раз так, не помешала. Точнее, мне бы, вроде бы тоже так сказать, нормально. Не помешала лава. Что? Что? Не понял тебя, не услышал. Слово лава? Что? Не, тебе показалось, Кубик, ты чего? Да, конечно, показалось, что ты меня гонишь опять. Раз, отлично. И делаем заманочку, смотрите. А, пофигу, можно и вот такую. Огонь. Все, супер, отлично, Кубик, я практически уже готов. Я полностью успеваю, время вышло. Последний блок и серьезно вышло, что ли? Я опять чуть-чуть не успел. Ну это потому, что я зафейлился, блин. Двери-то забыл. Рычаг. Ладно, я доделаю двери, это уж не так уж и сложно. Ну что, Кубик, по традиции посмотрим сначала твою ловушку, и я уже к тебе лечу. Очень давай, скоро давай, у тебя лети, буду. Короче, у меня тут все уже готово. Давай, показывай. Блин, как это я так мог закосячить, я даже не знаю. Это что такое, что за бункер? Это не бункер, короче, сейчас я все объясню, иди сюда. Давай. Короче, смотри, вот я тебе даю лопату, на всякий случай, даже алмазную тебе дам. Короче, ты ничего не бойся, если что, ты сможешь просто взять и выползти отсюда с помощью этой лопаты. Так да, что все давай. И там тебя ждет один сюрприз. Какой? Вот такой. Ну, стой, подожди. Это еще не все, надо скрутить. Ты стой. Что меня поджег? Алло. Так, подожди. Мне нужно выбраться, да? Подожди, а как ты... Ты что, просто огонь убрал и все? Ну да. Смотри. Ты офигел, что ли? А как такое все сработало? Ладно, подожди. Я придумал только новый способ, смотри. Ты, короче, так просто здесь сидишь и все. Вот так вот все должно было произойти. Что-то я даже не такого немного не подрасчитал. Офигеть! Что это сейчас за мощный взрыв? Там просто, короче, доски должны были немного поджечься, и ты должен был взорваться. Ну и жесть, конечно. Ну ты подготовил. Ребята, быстренько пишем оценку этой ловушки, а мы летим к моим ловушкам. Они у меня просто топовые. Сейчас ты, Кубик, просто офигеешь. Знаешь, меня часто спрашивают, а это, слушай, ну, Владус, ты, может, сделаешь хоть одну-то правильную дверь? Так, Кубик, стоп. Гейммод на ноль. Так вот, и я подумал, и, Кубик, одна здесь есть дверь все-таки правильная. Так, ну я так думаю, что правильная дверь из лаки-блоков. Ого, да ты сразу догадался. Ура, вот тебе призы, все, проходи. О, все, нормалек, только тут какая-то фигня выпала. Ну там проход, все. Там еще внизу что есть. Ай, елки-палки. Ах, блин, Владус, ты достал меня уже. Ну, кажется, она была все-таки неправильной. Ну ты офигевший. Ладно, давай, угадывай дальше, пытайся, думай. Пусть будет алмазная. Ой. Ай, блин, почему я до этого не догадался, елки-палки. Я не знаю, почему ты об этом не догадался, ведь это палевно, потому что рычаг в другую сторону, он отличный. Да, я так же подумал, но я подумал об этом очень поздно. Так, тогда вот эта дверь. Оп! Ой, встань напротив двери, Кубик! А, нифига ты что-то хотел, нифига подобного. Ну все, давай тогда иди к следующей двери. Оп! Так, получается, ладно, не получилось. Дверь изумрудная. Ой. Че? Жаль. Че? Подожди. Че? Я так понял, что здесь нет правильных дверей? Конечно, нет, Кубик. Я бы сказал. Где она тогда? Вот тебе. Ты офигел, что ли? С какого фига ты каждый раз убираешь? Короче, ребята, правильной двери, конечно же, нет, это же ловушки. О чем может быть речь? Ребята, поставьте лайк прямо сейчас. Подпишитесь на мой канал и на канал Кубика. У Кубика будет эксклюзивная серия по этим ловушкам. Так что подписывайтесь и смотрите. Это был Владус Мармеладус и Кубик Покатус.